Ага! Добрый день, с вами Фасадинг, и сегодня у нас будет новая игра Bad Piggies, как говорится, про свинок из Angry Birds. Что это такое? Здесь геймплей совсем иной. Да, конечно же, это не Angry Birds, это Bad Piggies. Что ж такое, давайте начнем первого уровня, сейчас это я, ура, все заново, да, ничего не будет здесь нового, ну я, как говорится, проходил эту игру уже. Сейчас будем веселиться, потому что Bad Piggies это веселая игра. Король заметил поджарную трубу. Только посмотрела, там оба-на, яйца неожиданно, да? Ну таки начали строить план сразу. А свин решил вентилятор включить. Думает, молодец, получилось все, но нифига, план разорвал на кусочки. Может нарисовать новый план? Нет, мы будем собирать старый. Свинка нужно собирать кусочки плана, которые они порвали. Каким образом они будут строить конструкции? Внимание, обучение! Магический палец нажимает нам на подсказку. Это книга подсказок, она позволяет понимать. Смотрите-ка. Такая конструкция будет катиться, такая конструкция будет переворачиваться. Да. Смотрите, мы должны строить конструкцию для свинок из деталей. Но в данный момент все очень просто, потому что начальные уровни, видите, можно сделать совсем по-разному. Можно построить вот такая фигня, давайте начнем. Смотрите, хотя бы так. Наша цель докатиться до карты, конечно же. Но такая фигня не сработала, видите. Это мы сделаем так, как просили нас. Видите, может, конечно, стоит по-разному. Тут уже нужно выполнять дополнительные цели. Бах! Видите, наша цель. Это собрать звезду, допустим, и не сломаться, да? Не сломаться перед тем, как мы соберем деталь. В конце, конечно, может сломаться. Свинка шумит и не дает мне разговаривать. Теперь сложное, смотрите-ка. Еще сложнее. Так. Ну, это легко создать, смотрите-ка. У нас новый предмет. Думаете, как поехать? Нажимая на кнопочку, мы едем. Ну, знаете, тут, смотрите, у нас цель доехать за время, поэтому я сделаю вот так. Так можем двигать. Сначала мы соберем звезду, допустим. Давайте я буду выполнять хотя бы одну деталь. Так тоже можно делать, знаете, главное добраться до детали. Главное, чтобы свинка добралась до детали. Но за время мы не успели, поэтому можно перепройти. Давайте сразу же перепройдем. Ну, если простой, я могу и перепроходить. Тем более уровня-то мало. Так, значит, метану успеть за время. Миссия выполнена, бабах! Веселая упоротая игра. Ну, со свинками упоротыми, да, хорошо, нормально. Ну вот, тут у нас все будет то же самое, только с двумя дуновителями, меха вроде бы, да? Время опять есть, так. Давайте веселиться. Так, какая у нас еще цель? Погодите-ка, вот, смотрите-ка, надо собрать звезду, которая где-то там. Окей, давайте соберем звезду. А доехать мы всегда успеем за время. А может не успеем. Ну, по крайней мере, не все будут задания выполнять. Ах да, слишком разогнался, конечно же. Что за морока? Давайте за время успеем. Давай, свинья, быстрее катись туда. Свинья застрянет. Получилось. Подсказка, смотрите, для глупых. Ну нет, не для глупых, а для неудачных. Так, тормозим, аккуратно тормозим. Дуем снова. Не получилось, нужно разогнаться. Вот такая вот игра веселая про свинок. Веселее, чем Angry Birds, да? По крайней мере, для записи. Все, поехали обратно. Смотрите, свинка не в машинке, но мы все равно можем управлять этой конструкцией. Вижу, видите, я управляю, нажимаю на кнопочку внизу. Нам открыт дополнительный бонусный уровень, но мы его пройдем потом. Ну, может быть, сейчас. Ведь одна всего лишь свинья. Да, не... как бы, конечно, не обязательно конструкцию делать. Так, мы успели за время, но мы не собрали звезду. Давайте соберем звезду. А потом свинка будет здесь сидеть. Нет, нет. Только таким образом мы соберем звезду. Вот такая вот свинка. Собственно, весь смех этой игры в том, что свинка очень весело взрывается. И Рови обязательно поставит в самом конце динамит, ну. Новая хрень, вентилятор, смотрите-ка. Можно, конечно, развлекаться, но можно приходить. Так, смотрите, вентилятор. Приключение он начинает постоянно нас толкать. Приключение он перестает нас толкать. Бабах! Ладно, давайте еще соберем ту звезду. Для этого мы должны просто поехать в ту сторону. Можно его включать, а можно выключать, как видите. Сейчас мы
связи с тем, что наклонная поверхность, все мы покатимся даже без вентилятора. Ой, зря это решил сделать, да? Смотрите, мы сейчас будем долго катиться до этой звезды. Проезжаем мимо кустика с двумя цветочками. Проезжаем мимо второго цветочка. Самое главное не улететь дальше, потому что надо просто собрать звезду. И да, веселую музыку из Bad Piggies. Вы знаете, я эту музыку вставлял в игру Piggies. Я уже говорил, что мне нравится больше свинки, потому что они выглядят смешнее. И веселее, ага. Мы соберем сразу две звезды. Ладно, я не всегда выполняю... Не всегда буду выполнять задания. Ох, громкая, ужасно, ужасно громкая игра. Ну, как говорится, нам-то что? Так, что у нас теперь? Черепа! Смотрите, собирать черепа нужно, чтобы открывать секретный кое-какой один уровень. Давайте мы соберем один. И опять, все не будут собирать, тем более в этой игре не обязательно собирать все, нужно собрать только 20. А их тут гораздо больше, чем 20. Их тут 45, нужно собрать 20. Ну, легко это сделать. Заметьте, черепа, да, черепа свинок. Впервые можно видеть, потому что они типа остались там навечно. Итак, веселее. Теперь у нас горка, погнали. Ну, мы могли бы сломать. О, еще есть такие задания, допустим, добраться... Смотрите, мы открыли уровень гоночный. Уровень гоночки открыли. Но гонки будем потом проходить. Наша цель, допустим, видите, сначала добраться без... Без вентилятора. Ну, повеселимся без вентилятора, да? Конечно, очень весело смотреть, как свинка без вентилятора. Но ничего, потом будет веселее, знаете. Еще и звезду собрали. Вот. Три звезды. Со звезд открываются, как вы говорите, так как вы знаете, уровни эти бонусные. Дополнительные, ну, бонусные. Почему бонусные-то? Ну, здесь опять вот такая фигня. Давайте поморочимся. Погоним вот так. Блин, так оно застревает все. Ну, ок. Ок, погнали. Время. Нужно время, успеть и что-то еще сделать. Эй, по-моему, не сломался, да? Давайте. Не взорваться. По крайней мере, за время-то мы успеем. Мы успели за время. Не сломаться. Открыть второй бонусный уровень. Давай теперь соберем не взорвавшись. Для этого мы включим пропеллер сейчас. Вот это чудесно. Да, тут будет много новых элементов, знаете. Сначала пока вот так веселимся. Летим, видите, когда появляется надпись «Крак», значит, то что-то сломалось. Да, собственно, если бы машинки не ломались, машинки бы не ломались, было бы веселее. Ну, вернее, наоборот, не веселее. О, смотрите-ка. Покатились на колесиках. Да, по-моему, тут есть достижение пройти без металлического колесика, да? Погодите-ка. Да, смотрите, надо пройти без металлического колесика. Давайте попробуем сразу это сделать. Настолько совершенно разный. Там есть еще будет режим песочница, где можно будет... Тут еще нужно не сломавшись доехать, по-моему, да? Есть режим песочницы, где куча-куча деталей. Там можно делать всякую фигню. Ну, давайте, ладно, пройдем теперь не сломавшись. Ну, вот это я не обещаю вам, что это пройду. Ой, видите, иногда вот так бывает, странности. Не обещаю, конечно, но, как говорится, попробовать стоит. Фиг вам! Сломался. Эта штука вообще не активна, на самом деле. Давайте вот так. Я сейчас не получится, ладно, я брошу это все. Ну, свинью брошу. Идите вы нафиг с ими, не сломавшись. Видите, вот они, бонусные уровни. Давайте... Давайте пройдем до конца. Видите, их всего лишь 15 тоже, как... Ну как 15? Уровней сюжетов-то 12 в части одной. 12, но... И есть еще по 3 бонусных. Новая хрень — это бутылки. Смотрите-ка. Также можем при нажать на кнопку, мы сейчас активируем все бутылки. Чтобы активировать не все, нажимаем только на бутылку. Прямо на бутылку нажимаю. И мы сразу погнали. Вот так. Звезду собрать? Где выйти звезду? Сзади, что ли? Ног. Весело, вот это уже... Мне это по этому звуку веселому очень нравится что-то все, да?
за временем мы успели, но ведь обязательно, не обязательно собирать звезды сразу. Такие, как говорится, временные ускорители, да? Бутылки. Мне дали, кстати, новый элемент. Новый элемент подарили нам в гоночный уровень. Да, в гоночном уровне тоже куча деталей, там специально, чтобы... Видите, вот в этих классических уровнях, тут, как говорится, что дают, то и делай. Ну, то есть тут... Очень мало вариантов, как можно сделать что-то особое. Так, погодите-ка, вот так вот. О, да. Разные бутылки нужны, чтобы разные активировать сразу. Ладно, попробуй сам брать звезду. Хе-хе-хе-хе. Веселый поросят. Так. Мне кажется, вот так должно получиться. Что ж мне сделать? Давайте сверху. Для утяжеления. И не только. Да, не всегда получится собрать это. Ладно, пойдемте дальше. Ну, извините, если ничего не выходит у меня. Ну, здесь опять же какая-то бутылочная система. Так, ну тут просто все. Ну, догадаться, что правильно сделать. Ладно, собрать звезду сначала давайте. Здесь не летим далеко вниз. Ха-ха! Удивительно, сейчас попробуем на время пройти, да? На время, наверное, самое сложное задание на время. А вот хрен вам не прошли мы, смотрите-ка. Как удачно. Быть может, надо утяжелить в другом месте? На. Чё мне подсказку даете? А, типа, что можно поворачивать. Ну, это я знаю. Вот так. Даже докатиться нормально не могу. Нет, конечно, если бы мы... Если бы мы... Веселая игра! Очень веселая. Ну, погодите-ка, так уже было ведь. Так мы соберем только звезду. Ок, хорошо. Нет, плохо. Так, ладно, еще разок. Хорошая игра. Хорошо, наверное, перестать надо мучиться, и давайте пройдем по-нормальному. Это повернем бутылки в одну сторону, это в другую сторону. Сейчас мы доберемся до конца. Ок, наоборот все сделаем. Уйди с меня! Да ну это в первые уровни, чё не брать их? Почему же они не проходятся? Вот такой вот вопрос. Вот, свинья сейчас... Конечно, летит. Конечно, долетит свинья. Фигню занимаюсь, да? Думаете? А что? А вот фиг вам, нужно свинью доставить. Ладно. Ладно, что если так? Не знаю, получится ли мне что-нибудь выставить хотя бы свинью, но... Может быть, она докатится просто? Серьезно, я даже пройти уровень не просто могу, я его даже вообще не могу пройти. Не только на время. Может, так? Катись меня, ну ёшкин. Что ж мне не то сделают, а? Может быть, вот. Просто сделаем так. О! Все, мне надоел этот уровень, продолжим. Ладно, я все равно буду проходить на две звезды. На одну звезду я не буду проходить, ни один уровень. И это последний сюжетный уровень за сегодня. И будет у нас бонусные два уровня.
еще. Сколько их тут штук, погодите-ка. О, это похоже тот уровень. Да вроде нет. Уровень называет «Разгонись». Может быть. Неправильно. Так. Так. Веселая игра, да? Хотя бы звезду собери, да? Собери звезду. Это мне специально подсказывает, или я случайно жмаю сюда? Не точно не помню. Ой, что за фигня? Непонятно, что случилось-то. Вот и я тоже самое вам думаю. Смотрите, надо успеть быстро. Звезда собрана, свинья катится. Так, фигня происходит, но не получилось. Ладно, давайте покатимся вот так и разгонимся прямо здесь. Прямо сейчас. О, смотрите-ка, фигня. Докатились, конечно. Но звезды-то нет. Чё за гениаль, почему звезда? А фигня получилась. А суть в том, что бред случился, извините, запись, беда. Ха-ха, я пытался вас обмануть, не вышло. Надо собрать звезду. Наша цель. Смотрите, пособрали звезду, но... Однако, время не успели. Ну и пофиг. У нас еще уровни, да? Но мы пройдем бонусные. Смотрите, у механика упала кепочка. Да, механик — это тот свин, который рядышком. Ну что ж, так что я, смотрите, пауэрапы. Я знаю, как им пользоваться, я знаю все. Их ноль вообще. Ну ладно, смотрите-ка. Наша цель — добраться до кепочки, да? Кепочка там. Извините, думайте, как собрать эту штуку? О, это будет тяжело, у нас есть динамит. О, да, новый элемент — динамит, смотрите-ка. Как говорится, повеселимся. Уж повеселимся. Да, когда я странно назвал. В общем, поглядите, как добраться до этого звезды. Вот так. Именно. Нужно взрывать. Сейчас мы это сделаем аккуратно. Используя... А вот хрен вам, вы не попадете, да, окей, ладно. Так тоже можно. Опа! Да, именно так нужно забирать эту звезду, смотрите-ка. Сейчас будем фигней страдать. Опа! Mission completed! Кепочка спасена. Какие еще миссии? О, вот это легко, пройти без мехов. Все, динамит нам больше не нужен, все. Тут они вообще странно сделали, смотрите-ка. У нас есть просто вентилятор, но поехали без вентилятора. Вернее, с ним. А, то есть так просто не уехать. Ну ок. Сейчас будем... Вот на такой штуке поедем. Помните, говорили, что такая штука не подходит, да? Якобы. Вот поэтому она не подходит, да. Ладно. А вот это вот нормально. Поехали. Ладно, смотрите, нам говорят пройти без мехов. Ладно, мы пройдем без мехов. Еще разок. Вот так, конечно, вот так лучше. С вентилятором. Вентилятор не работает. А, потому что свинья не в машинке, то есть вентилятор не работает, потому что свинья не в машинке. Что за бред? А, ну вот в этом-то и прикол, что нужно пройти это вот так. Свинья вряд ли докатится, давайте давайте не будем фигней страдать, давайте пройдем дальше. Кепочка опять упала. Типа номер два, да? Так. Смотрите, у нас есть новый элемент — пружинка. Зачем нам нужна пружинка, спросите вы? Сейчас вы увидите, что такое пружинка.
используя меха. Меха, видите, колесики у нас железные, металлические объекты. Вот пружинка, видите, она нас сгибает. Вот это... Офигеть, это почти сработало, видите, я почти собрал эту штуку. Видимо, так и нужно было сделать. Ах, да. Это может сработать, знаете. В любом случае. Какое достижение? Без металлического колесика легко. Видите, у нас, видите, металлические блоки, они гораздо прочнее. Но сначала мы сверим звезду. Хотя нет. Металлические, металлические. Да уж. Видите, это уровень особой сложности, по идее, должны быть. Вот эта пружина вам радует. Смотрите, мы выполнили сразу 20 достижений. Нет. Вот-вот, смотрите-ка, вот для чего пружина, чтобы оттолкнуться. Это просто отлично сделано. Ах ты ж, блин. Ну ладно. Да-да-да-да-да. Я серьезно, я только сейчас понял. Хотя, на самом деле, я это уже проходил, ведь... Так, погодите-ка, без металлического колесика, значит, ок. Ну что ж, будем сказать вам. Вот. Пьем. Ну, пружина в основном, она не для, для прыжков, а для вот такого изгибания машинки. Вот такого, да. Воу-воу-воу, получилось. Но не то, что мы хотели. Нет, уж, извините. Только так. Ой, Марокко, Марокко с этим уровнем. Но я хочу получить, по крайней мере, две звезды. Но это вы знаете, да? Не докатится, может быть, нифига. Это я знаю, не докатится. Как насчет металлических... Вернее, деревянных блоков. Они хоть и послабее, могут сломаться больше, но зато полегче-то вся конструкция будет и полетит гораздо дальше. И разобьется быстрее, ну. Я уж точно не подозреваю, что делать-то, но. Офигеть! Получилось идеально, даже не сломавшись, только в конце. Синя в грибочки попала. Нам дали металлическую штуку. С прохождения. А, это за 3 звезды дают, видимо. Именно за 3 звезды дают бонусы. Видите, дополнительные объекты. О, смотрите-ка. У нас дополнительная миссия довести короля. Да-да-да. То есть нужно не только привести свина, но и короля. Вот здесь мы повеселимся с этим королем. Давайте-ка поглядим. Король занимает 6 клеток, это жестоко. Это блоха. Блоха? Это блохи. Вот так. Вот так. Сейчас будет веселье. Наверное. Наверное, нужно активировать по одной бутылке. Там-там-тара-там-там-тара-дара-там-там-там-тара-дара-там-там-там-тара-дара-там-там-там-там. Бутылка номер 2. Ой, веселье, ересь. Ладно, мы звезду, но я не хочу собирать, я это не хочу, мы. Больше бутылок активируйся! Опоздал. Вот знаете, видите, бывает такое. Ладно, слушайте музыку, веселитесь. Сейчас активируем все. Только заезжаем вниз. Приготовились, приготовились. Я настолько что до сих пор не сломалась. Ну ладно. Та-та-та-там! А звезду-то можно собрать, если мы уберем короля. Ну давайте посмотрим, что мы сможем сделать с этим. О, штука может взлетать, заметьте, кстати, если мы сделаем вот такие вот штуки. Как я отлично выражаюсь. Угу. Сейчас мы заберемся туда, куда нужно. Давайте, погодите-ка, по одной бутылке.
Магия, магия, но это работает. Ха-ха. Вот. Все. На сегодня хватит веселья для вас. Теперь продолжим дальше потом. Видите, да, здесь сколько всего, сколько веселого будет. До новых встреч. Это был бы Тыгис. Ну, вернее, Фасадинка.